Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының теле көрермендері, назарларыңызда волейбол, бұл Тараз қаласы және Тараз арена спорт кешені ерлер арасында 30-шы мәрте өтіп жатқан мерейлі чемпионат. Бұған дейінгі ойындар назарларыңызда Атырау Маңғыстауды 3-2 есебімен осы одно. Сейчас Тарас уверенно лидирует турнирной таблицы. Команда «Буревестник» занимает в этой таблице третье место. И чтобы как раз-таки не встретиться в плей-офф с «Буревестником», Тарас, возможно, сегодня и сыграет не так уж как надо. Но это, конечно, только предпосылки, это только догадки. Это спорт, поэтому Гребенников не думает, что сегодня будет отдавать очки команде соперников. Тем более это матч принципиальный для него и для ребят. Со второй попытки все-таки Андрей Колесник, новичок команды, забивает. Андрей, воспитанник. Что касается борьбы за четвертое место, то всего лишь на 3 очка команда Есиль отстает от Маңғыстау. И есть у команды Есиль сегодня матч. Они сыграют 19:00 с командой Ишкын Кокшетау, с 7-й командой. То есть при хороших раскладах Есиль будет бороться. Появляется в старте. В прошлом сезоне, конечно, при Никольченко он был основным доигровщиком своей команды. Но в этом сезоне конкуренция высока. В Таразе даже две полноценные, наверное, команды может выпустить главный тренер. Появился Максим Сенин. Также есть в роли пасующего Жаслан Утигенов может выйти. Денис Ещенко, 8-й номер, центральный блокирующий. Ну, и Вугар Байрамов. Бонулбек Ханубекула. Эти ребята тоже могут помочь в любой момент. Вариводин закрывает его Кузнецов. И сейчас брейковый мяч «Буревестник» выигрывает. По 9. Прокофьевты көрсетуде. Осының алдында оның шабуыл өтпей қалған еді. Алмжан Үркімбаев, Кузнецов екінші қарқын. Михаил Устиновтың Органа блокка тиді де аутқа кетті. 15-15. И осы есепте қазір қазы ойын басталады. Оңылбек Қаныбекұлы, назарларыңызда қырғызстандық волейболшы. Егер қажет болатын болса, Вугар Байрамов та бар. Енис Ещенко да қосалқы құрамда. Рустам Гелязудинов екінші мәрте, биік. Кузнецов және Михаил Устинов. Емес Владислав Кунченко Урган ассистирует своим партнерам, но вот где-то не хватает удачи на подаче, да? Может быть сейчас Прокопьев, эй, заработает? Нет, принимает либера, и здесь Нодирхан Кадирханов. Дамир Акимов на подаче, 21-20, команда ведет. Рахманов, хорошая доводка, метр от сетки, и сам атакует Кузнецов, и вот вынуждает ошибиться Виталий. Принимает Кунченко. Кузнецов ближнему. Устинов на блок натыкается. Кузнецов еще раз. Михаила Устинова. И одиночный блок от Андрея Колесника. Но здесь вина, наверное, частичная. На мягкая подача. Кузнецов на Устинова. Ваут. Ваут. Ваут направил свой мяч Михаил Устинов. Два мяча подряд теперь уже Тарас выигрывает 26-25. Где-то не успел. Эйс. 28-26. Сами ребята из Алматы упустили эту победу. Была шикарная возможность, когда Гурин атаковал, но не смог забить. И на радость местным болельщикам Тарас завершает уверенно первую партию. Но пока что подождем, так как берет... Запивалов видеоповтор. Ему показалось, что мяч в поле не попал. Ну, имеет такое право главный тренер. Его никто не лишит. Смотрим. В конфликтную зону здесь Кунченко и Рахманов. Попал, конечно, запасом. В поле был мяч. Завершается, уважаемые телезрители, у нас первая партия. И завершается она с победой команды Тарас 29-27. Сергей Кузнецов. До бойында, ортада
Рустам Гелязудинов жақсы қайтарды. Дамир Акимов болса, бірінші қарқынмен екінші кезеңдегі алғашқы ұпайға қол жеткізді. 1-0. Колесникті Борис Гребенников Тараздың бас бапкер жақсы таниды. Екеуі ресейлік Урал командасы сапында бірге жұмыс істеген. Ғалымжан Үркімбаев, Колесник, блок аут, 7-3. Жап жақсы, Бағлан Рахманов қайтарған. Және Владислав Кунченконың ұрған добы. Ай-ай-ай-ай-ай. Тараз ойыншылары допты ойында сақтап қала алмады. 6-9. Ойынды реттеп алғысы келуде Буревестниктің бас бапкері. Алда шасырған Вариводин қайтарды. Өтегенов Вариводин. Бағлан бар күшін салды. Бұл допқа жету үшін. Дмитрий Мостов пока что не проявляет. Российский волейболист. Успехи, да и видите, Кузнецова поставляет Головин. Дамир Акимов отличился в первой партии, когда очень хорошо подавал. Вот и сейчас Головин. Что поделаешь, Акимов принимает первый темп. Акимов завершает. 21-10. Я уверен, что сейчас, если партия завершилась после первой партии, конечно, не такой волейбол в исполнении команды Запивалова мы с вами ожидали. Но в итоге все получилось, как получилось. Гелязудинов сам играет на подстрафовке. Колесник, блок. Кунченко и Надирхан Кадырханов сейчас постарались. Закрыли оппонента в четвертой зоне. Хороший двойной блок. Ну и пас отведенный, сложный был, да, для Колесника, чтобы завершать. Рисковал, рисковал. Хозяйка не упустит свисток от Ахметова. Подает Кузнецов. Принимает Букин, Нурлубек. Блок. Хорошо в защите играет Алексей Головин. Кунченко, нужно вставать. Рисковал, конечно, Кунченко. Но этот риск не принес никакие дивиденды. Четвертой зоны очередная ошибка в нападении от Буревестника. И у нас завершается вторая партия. И завершается она вновь победой команды Тарас. Лучше кезеңді Сергей Кузнецов, бірінші қарқын, Надырхан Қадырханов. Қателеспеді, қателеспеді бұл жолы. Виталий үшінші мәрте, бұл жолы да ойдағы да. Екінші қарқын Устинов аутқа жіберді. Михаил Қанывек, Оңолбек Қаныбек ұлы шығып жатқан. Михаил Устинов биіктеу тым алға жіберіп қойды. Устинов соңғы үш мәрте доп берген кезде үшеуін де тордан асыра алмады. 9-9. Борис Гребенников Прокофьевтің соққысын қабылдау керектігін айтты. Және Дамир Акимовке нұсқаулық берді. Ал бұл жолы Владимир Тәуекелге барған жоқ пайп. Рустам Гелязудинов допқа ерте ұмтылып қойды да дұрыс соққы жасай алмады. Надирхан подает, принимает Вариводин, Нурлубек. Здесь атакуют Колесник и зарабатывает. Прокофьев. Мощная подача. Принимает Колесник. Завершает Вариводин и Кузнецов. В этой партии Кузнецов просто очень в этой встрече, но не тут-то было. Проявляют характер. Гелязудинов. Без атаки останется Тарас. Вот-вот расположение игроков. Кузнецов на свою третью зону подключает Гурина. И это сетпоинт, уважаемые телезрители. 24-19. Минус 5 и 5 сетпоинтов. 5 попыток закрыть партию. Остается 4 сетпоинта. Подача. Бахлам принимает. Может завершить и завершает Головин. Алексей, 77 номер, отмечает. Надырхан Қадырханов осы соңғы партия кезінде өте жақсы ойнанып, тосқауылда да бірінші қарқынмен де Сергей Кузнецов асырды. Бірінші қарқын
қателікпен бастады, бірақ бейне қайталау алу керектігін көрсетті Айдос Ахметов. Кирилл Гурин торға тейіп кеткен еді. Ерікжан Бөкен дайын. Үркінбаевтың асырған добы. Ой! Сергей Кузнецов пен Прокофьев оп-оңай жерде. Рустам барет, аржақты Виталий барет. Колесникті таңдады. Андрей допты ойынға асырған. Торға тейіп кетті. Кузнецов бірінші аймақ. Ой, тамаша тосқа ол. Ойнауға болатын еді. Бағлан соңына дейін жүгірді. Дегенмен допты ойында сақтап қала алмады. 9-ші ұпай Тараз командасының еншісінде. Дамир екінші мәрте қосады. Жаңа Виталий қарсыластың қолына тигізді де, ары қарай тағы ешкім үлгере алмай қалды. Әкімов Бағлан Рахмановқа не болды бүгін? Көп қателесуде. Вариводин, Виталий доп ойында. Рахманов қайтарып үлгерді. Колесник. Колесник қызып жүр, сондықтан да ұрып жіберді. Ішіне Андрей Борис Гребенниковке қайталау алу керектігін айтты. Ғалымжан, автор предыдущего результативное действие. Сейчас играет на подаче. Мягкая подача будет. Бахлан принимает. Но где Кузнецов, где Бахлан Рахманов? Нигде мяч самое главное. Это эйс. Действительно, соглашусь со своим коллегой. Сегодня очень много Рахманов ошибается. И вместо Бахлана выпустить-то некого. Прокофьев. Призеров. У женщин. Напомним, Алтай. Житасу и Хуаныш. В итоге разделили первые три места. А у мужчин, ну, прямо не скажешь, да, сейчас кто? Ну, Тарас, естественно, будет бороться за высокие медали. А Трау тоже состав хороший. Есть и усиление в лице легионеров. Очень трудно. Первая, третья партия. Ну и очень легкая партия. Вторая и четвертая. Для Тараса складывается Ирижан Букен. Мяч в игре. Кузнецов вновь первый темп, но Дюрхан и последнее касание успевает здесь Ержан Букин, но все равно Гурин забивает. Браво, браво, очень трудные два мяча Ержан Букин выцарапал, вытащил, как я понимаю, третий, да? Никто не был против, и судьи, и буревестник, так что бывают такие курьезы. Ержан Букин, Нурлубек. Завершает. Завершает. Наконец-то. На радость местным болельщикам эту встречу. Тарас выигрывает.